на выходе. До борта Макарыцкого. Потеря. И опасный момент у Горбунова. Бобков выкатывается. Бросок с острого угла. Там Шинкевич и Воронин забивает. 41-й номер Минского «Динамо» сравнивает счет в этой встрече. Радости нет предела. 2-2. Добавили в активности минчане сейчас и добили своего. Сравняли счет сегодняшней встречи. И Воронин оказался самый расторопный на пятаке перед казанскими воротами. И свою шайбу забрасывает сегодня. Вот здесь на ровном месте ушла шайба от Кагарлицкого. Он не сумел ее обработать. Как-то вот под щитком протолкнул Воронин. Там получилось, что между Ворониным и Адамчуком оказался Бобков. И как раз Адамчук и не успел к своему игроку, с которым играл.